По всей России прошла акция «Диктант Победы». Каждый житель страны мог принять участие в тесте на знание истории Великой Отечественной войны онлайн или в специальных пунктах. В Химке таким центром стал лицей номер 15. Эта акция, равносильна акции «Бессмертного полка». В принципе, поскольку к ней готовились и ребята, и взрослые, диктант впервые проводится в тестовом режиме. И, в общем-то, на базе нашей школы, я думаю, что справится с вопросами. «Диктант Победы» написали представители администрации и химчане всех возрастов. Тимофей Мороз – студент-историк. Сегодня пришел в родную школу, чтобы попробовать свои силы в диктанте. Конечно, может быть, что-то забылось в водовороте событий, потому что все-таки очень много изучаем постоянно. Что-то забывается, что-то новое приходит, но я надеюсь написать хорошо. Каждый написавший получил диплом участника. Результаты объявят 12 июня. В «Диктанте Победы» приняли участие более сотни химчан.